кадетской школе прошла всероссийская акция ЕГЭ для родителей. Мамы либерецких выпускников почувствовали себя на месте детей и сравнили, чем современные экзамены отличаются от тех, которые они сдавали в свое время. Перед началом тестирования участники акции поделились впечатлениями с нашей съемочной группой. Откровенно говоря, я не готовилась никак. Я очень надеюсь на ту базу, которая у меня, в принципе, есть. Естественно, волнуемся, и не только я, думаю, что все присутствующие. Лучший совет перед волнительным событием можно дать только в том случае, когда сам прошел через этот путь. Уверена мама выпускницы кадетской школы Залина Чеснокова. На акции ЕГЭ для родителей почувствовать ту самую атмосферу можно в полной мере. Требования и условия такие же, как на настоящем экзамене. Сегодня поддается экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ с использованием технологии печати. Никаких телефонов и шпаргалок. Вход в аудиторию только через металлодетектор. Выполнение заданий под прицелом камеры. Пройти весь алгоритм действий и узнать, что на самом деле представляет из себя ЕГЭ, решил и глава округа Владимир Ужицкий. Немножечко как бы волнительно, потому что и вопросы все непростые, и ориентироваться нужно, и время сжатое. Ну, все-таки задача ЕГЭ, я так думаю, это непростая такая задачка, это такое испытание. И вот у нас стоит задача вместе с управлением образования вот делать как бы такие тренировки для родителей, для общественности. Каждый участник акции сможет узнать свои результаты. А пока родители протестировали единый госэкзамен, дети, которым предстоит испытание, сейчас усердно готовятся. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.